Добрый день, дорогие друзья! Хочу рассказать в этом видео про свою разработку. Это сетка антикошка VIP от выпадения животных из окон, а конкретно кошек. Вот так это выглядит конструкция. У нее не обычный профиль, как на обычных москитных сетках, а именно V-образный. Эта уже сетка вставляется непосредственно изнутри помещения в проем окна. Фиксируется специальными усиленными креплениями. Легко ее можно самостоятельно установить и самостоятельно снять. Сетка используется антикошка спец. Сетка очень прочная, выдерживает до 20 кг на 1 квадратный сантиметр. С такой сеткой вы можете спокойно открывать окна, не бояться, что к вам попадут в помещение комары, мухи и другая жирность. И при этом ваш кот будет в безопасности. Кому необходимы такие москитные сетки, находимся в городе Краснодаре, сетка антикошка. Буду рад вам помочь в изготовлении и установке таких москитных сеток. Добрый день, дорогие друзья! Еще раз вам показываю, как устанавливается сетка антикошка VIP на окно. Чем она удобна? Ее не надо вытаскивать на улицу, как обычную москитную сетку. Она устанавливается изнутри помещения. Взяли сетку, завели боковые крепления за раму, подвижные крепления вывели на улицу, вывели, подтянули за веревочки и прикручиваете на болты с помощью шестигранника. Лишнее веревочку убираете на улицу. С такой сеткой, как видите, нету ни щелей, куда могут, да, залететь мошки, комары. Что не скажешь о обычной стандартной москитной сетке каркасной, которая ставится с уличной стороны на крепление. Весной и летом вы можете спокойно открывать данные сетки, не боясь о том, что у вас котик может выпасть. И комары вас не будут беспокоить. Всем спасибо, всем до свидания.